Приветствую, друзья. Следующая монета биметаллическая. Страна Сан-Марино. Год выпуска 1983. Номинал 500 лир. Материал монеты биметалл. Центр алюминиевая бронза. Кольцо нержавеющая сталь, гурт монеты ребристый с гладкими участками, отношение аверса к реверсу медальное, ру монетное, 180 градусов, вес 6,8 грамма, диаметр 25,8 миллиметра, толщина монеты 2 миллиметра. Отчеканена данная монета на монетном дворе города Рим в Италии тиражом 1 922 128 экземпляров. Вышла данная монета в составе набора, который называется «Угроза ядерной войны», регулярного набора от 1 до 1000 лир. Ну, перерыл я много информации о том, что же изображено на этой монете, что символизирует. Ну, информации, скажем так, не очень много. Ну и, скажем, то, что я думаю, что изображен здесь апокалипсис, умирающие люди, ну и лошади, которые как бы находятся в воздухе, и что-то там у них увеличить. Попробую сфокусировать. Что-то у них там изо рта какие-то лучи или пламя исходит. Я так подозреваю, это кони так называемые апокалипсиса, хотя их вроде как 4 должно быть. Ну, здесь у нас изображены 3, то есть их еще называют 4 всадника апокалипсиса, персонажи из 6 главы Откровения Иоанна Богослова. Именуют этих всадников или коней как чума, война, голод и смерть. Я так подозреваю, чумы здесь, наверное, нет. А война, голод и смерть вполне вероятно. Ну, это мое как бы мнение. Я думаю, если кто-то знает более точную информацию, то в своих комментариях напишет. Вот Бог призывает этих всадников и наделяет силой сеять хаос и разрушение в мире. Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной из первых 4 из 7 печатей книги Откровения. Я так говорю еще раз, чумы, наверное, здесь в данном случае нету, потому что она должна быть, этот конь должен быть первым. Ну и начинается все с войны, голода и смерти. Люди умирают. Республика Сан-Марино, герб Сан-Марино, Либертас, свобода. Вот такая вот у нас получилась монета. Еще раз говорю, информация, если у кого-то есть более подробно, пишите. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Удачи!